Как обновить тарифы в нашем калькуляторе? Переходим в личный кабинет продавца, в раздел «Аналитика», «Комиссия», «Логистика хранения». Нажимаем «Выгрузить в Excel». Получаем вот эту таблицу, открываем ее. Копируем всю. Возвращаемся обратно в калькулятор, во вкладку «Логистика», «Комиссия». И здесь целиком вставляем все данные с той таблицы. Для того, чтобы учесть платную приемку, переходим в личный кабинет продавца, раздел «Новости», ищем новость с тарифами по платной приемке. Сейчас это новость от 24 августа. Скачиваем, нажимаем тут, скачиваем, файл «Тариф прем», открываем. Копируем 4 столбца. Возвращаемся в калькулятор. В раздел «Платная приемка». Здесь вставляем эти значения. Для того, чтобы рассчитать надбавку или скидку на каждом складе по логистике, переходим к комиссии логистика хранения, калькулятор тариф. Выбираем любой предмет, нажимаем «Рассчитать». Берем базовый тариф 85 рублей, вставляем его в это поле. Берем «Каледина» 123 рубля, вставляем сюда. Получаем средний процент 45. Вставляем его сюда. Каледина 45. И так со всеми остальными. Крёкшина 98. Получаем 15%. И заполняем вот эту таблицу. Сейчас в нашем калькуляторе не идет расчет по объему. Эту функцию мы добавим на следующей неделе, но мы добавили столбец, в котором показывается, есть для этого товара расчет по объему или нет. Сейчас логистику по объему вы можете зайти и рассчитать самостоятельно через кабинет Wildberries. Аналитика, комиссия, калькулятор тарифов. Выбираем предмет, кашпо, например. Здесь вводим параметры. Вес не обязательно вводить. Если у вас до 25 килограмм, то вес никак не влияет. Если вес больше 25 килограмм, то неважно, будет 26 килограмм или 50 килограмм. Это будет рассчитываться как СКГТ и будет единая цена 800 рублей. Если 24, то у вас рассчитывается по объему. Здесь вы можете посмотреть. Красным это значит, вам не надо рассчитывать объем. Если у вас товар меньше 60 литров, расчетный объем, он указан вот здесь, то наш калькулятор считает его правильно. 20, 20, 20. Объем 8 литров. Далее, на всякий случай просто ввели поле СКГТ. СКГТ это товар, одна из сторон которого свыше 120 сантиметров, либо общая превышает 200 сантиметров. Здесь можете ввести параметры, габариты товара, и у вас покажет, является он СКГТ или нет. Для СКГТ отдельные тарифы. С завтрашнего дня, с 27 августа, будет
изменен расчет для товаров, у которых считается логистика по объему, будет рассчитана из стоимости 1 литр объема 4,5 рубля, но минимум 270. Эти изменения мы внесем в калькулятор на следующей неделе, когда они официально будут в разделе «Комиссия логистика хранения». На этом все.